Через несколько дней наша страна отметит главный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне. В Тверской области идет активная подготовка к празднованию. В учреждениях культуры и образования проходит множество мероприятий, акций, фестивалей. Так, в Колязине уже 13 лет проходит смотр-конкурс «Салют Победы». Сегодня тема бессмертного подвига советского солдата и народа-освободителя от нацизма особенно актуальна. Жители Колязинского района каждый год очень тщательно готовятся к салюту победы. В этом году участие в мероприятии приняло 300 конкурсантов. Мы ставим спектакль, и это часть из нашего спектакля. Мы в данном проекте первый раз за 12 лет, и наш хор очень долго готовился. Со сцены прозвучали песни военных лет и современные композиции. Среди поэтических произведений хорошо известные авторы и стихи собственного сочинения колязинских поэтов-любителей. Жюри оценивало выступления и работы по нескольким номинациям и возрастным категориям. Самые юные участники – воспитанники детских садов, а самые старшие – участники пеневской самодеятельности. Некоторым из них уже более 80 лет. Я выступаю. Самодеятельностью занимаюсь с 70-го года и по сегодняшний день. На областных смотрах, зональных Кашинем я выступала, диплом у меня. И в Доме культуры я работала. В Доме культуры у меня диплом, всероссийский смотр домов культуры, у меня такой диплом. И дома репетируем, стараемся. На сцене районного Дома культуры жюри отсмотрело выступления в номинациях «Вокал», «Хореография», «Литературно-музыкальная композиция». В малом зале оценили выступления по направлениям «Художественное слово» и «Мультимедийная презентация». Сегодня наша вокальная группа на фестивале исполнила песню «Страна, страна моя родная». Это считается вторым гимном нашей страны. Победители и призеры районного фестиваля «Салют Победы» выступят на праздничных концертах в День Победы.